Так, друзья мои, всем привет, это Iron Front, мы русские, и против нас японцы, так сказать, остров Сахалин, 45-й год, завершение войны, наша задача вот захватить, а чё я, задача, стрелковая рота 2-го батальона 145-го стрелкового полка при поддержке приданных легких танков 214-й отдельной танковой батареи необходимо захватить укрепы полицейского поста Хандаса, то есть захватить вот эту зону. За коричневую линию никто не выходит, ни враг, ни мы. Идем как бы атаку в лобовую, так сказать, фронт атаки определен. Араб все сейчас каждого расставит, смотри. Да, да, уже приняли на вооружение туда. К нам придет, расскажет, что цепью надо строиться. Смотрите, инфа-сотка. А нам? Бля. Пипец, да? Ты че бубнишь тут стоишь? Барб, строимся на своих метках. Обязательно, желательно максимально друг от друга так разрозненно, чтобы... Что-то случилось, если стрельба начнется, нас никого мало, ну, потери были минимальные. Принято. Сначала строимся, после чего начинаем без построения, никто никуда не двигается. Я, кстати, двигаемся всем взводом. Да, можно выключать музыку. Ты меня обманул. Младший лейтенант. Можно музыку включать. Бегает и расставляет всех. Не надо мне сказки рассказать. Ну включай, блядь. Ну что, готовы, мужики? Да вон, вот расставляла, пускай расставляет. Как хорошо-то. Да, остановись ты, блядь. Опять виски помазал, да? Без меня-то, блядь. Кстати, а, блядь, у меня бинокля нету. Ну что за войска? Все там ебашите, блядь, его. Все, пошли. Пошли, хули встали, сыкуны ебаные. О, господи, нет. Че, в шеренгу-то не получается бежать? Ёб твою мать. Нормально. Сюда, сюда, на юг заворачиваем, строго на юг. Рановато для войны. Охуенно, блядь. Все, поху, пошли дальше. Не ныть. Держим азимут юг. На юг доворачиваем.
О, позиции танковые стоят, народ стоит, блин. Дальше идем, да? Араб. Дальше, да, двигаем? Давай, давай, давай. Ну, мы за тобой двигаем. Дельта, уже боевой порядок, подготовьте оружие, в бой уже. Возможно, с леса напротив, неподалеку уже противник будет. Дальше двигаемся. Занимаем позиции согласно своих метрах. Продолжаем дельта, дельта, продолжаем движение. Дельта, продолжаем движение, занимаем свою позицию согласно метрах. Противник, возможно, с леса будет. Будьте готовы к бою. Свои впереди есть? Свои есть впереди? Вот это и пугает, что должны быть. Он сидит уже. Ну давай подтягивайся быстрее, чё еле бежите-то, блядь? Смелее, смелее, блядь. В соседнем лесу уже возможен контакт прямо. Чё все падаешь-то? Пошире, пошире растягивайся. Двигаем, двигаем дальше. Сейчас танки полетят. Бля, я не знаю, почему танки вперед-то не пускают. Не знаю. Пошли, пошли, бегом в низину. Атака по полю, это в нашем стиле. Люблю это. Может, под дымами, нет? Понял, закрепились внизу. Парни, назад, 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 дальше не двигайтесь, закрепляйтесь. Пошла жара.
Где эти ебаные танки, пушки? Сидим. Так, чё, 2, 3, 4, 5, 6. Хватит повоевать. Ну, наконец-то, танки подъехали. Чё тут гомики сели под камень-то, блядь? Вон там в низине не сидится по-человечески-то. А? Нету. Где бар-то? Нету, пошли. Давай. Бар, мы с тобой пойдем. Да нет, бинокль, ожидаем. Из канавы вон те как двинутся при поддержке танков. Тогда рванем, пока сидим. Я предлагаю спуститься в канаву вон. Слышь, что говорю? Пошли до канавы, блядь. Давай бегом сюда. Все, в канаве сидим здесь спокойнее, блядь. Как эти из канавы двинутся слева, блядь, тогда и мы пойдем. Я не знаю, где он. О, пушки привезли, сейчас все будет нормально. А что, медик нужен? Кто-то раненый, что ли? Да. Надо медика поискать, бля. Да нет у нас медика. Есть медик у кого-нибудь, пацаны, где-нибудь? Медик нужен. Медик есть? Нашли. Где? Вот медик раненый тут вот у нас. Кто раненый? Кому помощь? Вот медик. Вот медик, смотрите, кому что надо, блядь, просите, пока есть. Сидим пока, как пацаны из этих пойдут, то пойдем. Бля, ну зачем? Пушки дрочатся тут. Морфин у медика, пару бинтов. Морфин, пару жгутов. А чё, зачем перевезли? Ну вот не надо это включить. Сейчас погоди. Бля, какая пакин банда. Сидим, сейчас я узнаю араба. Араб, ну чё там? Араб. Чё там, араб? Слышишь, нет? Да, сам.
Барм у нас пропал куда-то, я пока командую. Что делаем? Барм пропал куда-то, я не знаю, где он. Чё? Да я понял. Мы что, ожидаем по твоей команде, да? Понял. Ну свистишь нас там. Мы вот на углу сидим. Давай. Ничего не слышу, блядь. Все стреляет. Они еле разговаривают все какие-то, блядь. Сидим, ждем, будем двигаться за танком по команде. Пока не рыпайтесь, целее будем. Ну, сейчас они там их развернут, да, начнут давить, танки поедут, мы за ним поедем. Я только не понимаю, почему они сейчас не разворачивают их. Блять, они одну отцепили, развернули, блять. Господи. Да, сейчас вручную толкать ее будут. Дымы-то есть еще у кого, нет? Нет уже. У Илюхи были дымы, если трупы увидим, с них может его можно будет снять. Ну да, в принципе. А он, по-моему, тоже кидал уже, я не знаю, у него осталось или нет. Ну у меня один... Барм приехал уже, да? Ну, неизвестно, пока пропав... числится как пропавший без вести. Не знаю. Я его еще видел, там живые лежали под деревом, это они были или нет? Атака затянулась, блядь. С пушками, как обычно, что-то пошло не так. Бля, они могут же нас обойти, да? Ну да, вроде там кто-то болтает. Что такое? Не вылечили тебя? Бля. Да по кому вы там лупите? Забить далеко. Сейчас пойдем в атаку еще постреляем. Блять, ты чё пугаешь? Чуть не пристрелил тебя. Не, ну вроде полностью. Там пушку никак не могут оседлать. Она не цепляется, они ее прицепляют, она дулом в этот смотрит, разворачивается. Я не знаю, что они там делают. Ну да, сейчас самое важное, дрочат с пушкой. Не в атаку идти, а, блядь, с пушкой разобраться. Так два танка есть, одна пушка. Рукожопов расстрелять нахер. Вот танк, наверное, и бахнул.
А я вам скажу, господа, нам еще топать и топать там. Угу. Далеко. А мы сидим тут, я не знаю, блядь. Да. А что с пушкой случилось? А не знаю, тут как-то. Сломали. Да нормально, сюда не газовки. Думаю, то можно пусть сломать. Ну да. Пусть навесы стреляют. Блять, этот араб такой долгий, пипец. Сидите, пойду узнаю, что там. Но мы воевать пойдем, нет, блядь. Че у вас тут нахуй вы доебались до этой пушки? Пристрелите его, взорвите, да и все, блядь. Дрочка. Готовься. Сейчас атаковать пойдем. Наверное, сидим, ждем пока. Сидим, сидим здесь. Ну чё там? Одну. Перед лесом. А, возле леса? Угу, перед лесом. Перед лесом. Чего-чего? Пушка до хера сломалась. Надо прорываться сразу во враг. Во враг напротив, как в воде. Сразу вниз бежать. Начинайте движение с правой стороны, по спадочке, с правой стороны пуля. Запрашиваю данные сейчас нет. Все, пошли через лес. Через лес? Пошли. Пошли, пошли, пошли. В какой-то во враг надо будет нырнуть там. Сейчас мы под гору дойдем. Да нет, неизвестно. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли.
Вперед, 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 вперед. Вперед, 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 вперед. Ох-ох-ох-ох-ох. Это же, блядь, тир. Просто какой-то, мать его, тир. Охереть, тут трупов. Охереть. Нет, тут не пройти. А чё танки-то подогнать, нет? Танки-то не подгонялось вообще, вот, ну, по краю, и чтоб ебашь. Не, да это дичь просто полная. Как в тире. Ну да, да, чисто рай. Подбежали, куча пехоты рядом сами сидят.